Сегодня буду делать лаш-лифт, попробуем, посмотрим. Я вам покажу, какой продукт мы используем в салоне. Сейчас у меня на ресницах тушь, вот, но я ее буду снимать. Сейчас быстренько перекушу и потом даже засниму вам процесс. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Вот так вот выглядят мои ресницы без ничего. Я только что сняла тушь. И посмотрим, как будет после. Я, конечно же, сделаю фотографии и ставлю в этот блог. Вот такой продукт мы сегодня будем пробовать. My Lamination называется. И да, буду вам снимать весь процесс. Так что мне тоже интересно. Первый состав, 15 минут, да, подержали где-то, и сейчас наносим второй, еще подержим минут 10, и потом мы будем красить ресницы. Никаких болевых ощущений нету, чуть-чуть там что-то попекло, но как бы нормально, ничего в глаза не затекает, лежим, отдыхаем. Какое-то средство для ухода. Мне теперь 24 часа лучше нельзя мочить ресницы. Посмотрим. Эффект сколько должен сохраниться? 6 to 8 weeks. От 6 до 8 недель. Вот так вот выглядят сразу после. Они такие немножко как будто слипшиеся, потому что на них продукт. И сейчас мы их чуть-чуть расчешем, да? Посмотрим, как будет выглядеть. Так, сейчас у нас что, 12 часов ночи, уже, конечно, 15, нет, но... Нет, уже, блин, 11, час ночи. Час ночи, в общем. Это мой подарок Дише на День Святого Валентина. Так, буду его снимать. Давай, ты должен это рипов. Ееее, сердечки! Офигеть. Когда ты успела вот эту фотку сделать? Успела. Когда? Я, короче, видела в Инстаграм, прикольно, да, выскакивают тут сердечки. Так я как-то в Инстаграме, видела, она больше выпрыгивала прям. Так я и здесь, знал, короче, это фотки. Должно быть выпрыгнуть, да? Фабину понравилось. Вот и Фабин тут есть. Мы. Еще раз мы. Тут написано Happy Valentine's Day. В общем, эта фирма называется Boomf. У них много что есть. У них есть маршмеллоу, допустим, с вашими там именами и фотографиями, и шоколадки различные. В общем, очень классно. Смотри, какая фотка Фабиана классная, да? Фабиан, тебе нравятся сердечки? Смотри, смотри. Сегодня пораньше пришла на работу, еще никого нет. У меня еще минут 20 до того, как начнут приходить люди. Салон открывается через час. Буду делать макияж. Пиваю сочек, у нас вчера тут было мероприятие, остался сок. Вот, так что да, буду краситься. Вот такой вот тональный основой я сейчас крашусь на каждый день. Арт-визаж, мне прислала одна из подписчиц, спасибо ей огромное. Мой любимый консилер, кисточки три моих ходовых, карандаш Urban Decay шик у меня закончился, и такой вот шик у меня для бровей гель. Так что я пошла краситься. Иду я такая домой с магазина с покупками. И меня ждет коробка. Блин, я думала, это пальто.
А это, походу, Фабиана еда. О, нет. Только не говорите, что мне нужно будет идти за посылкой. Как я это не люблю. Вот одну оставили, другую нет. Ладно. Иду разбирать посылку. Пришла вторая посылка Фабину. Вот это снизу первая. Я ее еле затащила, потому что, по-моему, там туалет. И они там, по-моему, два мешка по 14 килограмм. Я его еле приперла. Это немножко полегче, но сейчас перетащу это в комнату и покажу вам, что же мы заказали в этот раз Фабину. Вот такой вот туалет мы покупаем. Golden Grey, немецкий. Он силикогелевый, насколько я... Да, вот с силикатами. 14 грамм, килограмм хватает где-то на... Наверное, раза 3-4. А туалет мы меняем раз в 2 недели, как ни странно. Я никогда не думала, что можно так редко менять. Никакого запаха абсолютно. Он очень, он не разносится нигде. Комочки хорошие собираются, не знаю, как это объяснить. В общем, Фабиану очень-очень нравится, нам тоже. Мама моя такая очень чувствительная на запах, но да, вообще никто ни разу не сказал, и мы тоже не чувствуем абсолютно никакого запаха. Вполне устраивает. Так что да, всем советую, это немецкий, покупаю, да, все на одном сайте. Оставлю ссылочки на все продукты внизу, если вам интересно. Фабиан, чей там туалет пришел? Кому будем туалет менять? Мы обычно меняем по воскресеньям, так что завтра вот у нас воскресенье, и пришло время менять его туалет. Так, я тут немножко включила вспышку на телефоне, а то так темновато уже. Что у нас здесь? Пришло нам в прошлый раз в большой банке, но здесь какие-то раздельные, или мы слишком много заказали. Короче, опять вот этот паштет Пурина. С чем он тут? С тунцом. Мы, кстати, давали плюши на Рождество, дарили. Вот, вроде как Ярослава говорила, что ей тоже очень понравилось. Фабину нравится, даем ему раз в неделю. Иногда два, очень редко. Да, как вкусняшку. Не заменяем никогда еду вот этим, он у нас кушает сухой корм. И также заказали вот такие вот вкусняшки, Dreamies, да, лакомства. Мы их засовываем вот в такой мячик. Кстати, мячик тоже Ярославе дарили, вернее, плюши. Ярослав, если смотришь это видео, расскажи, как вам. Я забываю все время спросить, играется ли плюша с этим мячиком. В общем, этот мячик, попробую вам потом показать, как он с ним играется. У него есть вот такие вот дырочки, и туда кладется еда. И, в общем, он, когда его толкает, оттуда выпадает. Он бедненький, уже давно все съел, и бывает, просто подходит к нему, его толкает. И, да, надеется, что оттуда что-то выпадет. Покажи, как ты играешься. Ну? Ничего нету, да? Тебе сейчас интересно, что в коробке. Ну ладно, потом положу туда эти штучки, вам покажу. Заказала много, там какая-то скидка была. Не помню, заказывала я разные, либо одинаковые. С чем они тут у меня? Тоже с тунцом. Он любит тунец, поэтому, я думаю, мы все заказали с тунцом. Так, дальше. Опять вот эти пакетики. Это как бы для маленьких собачек, да, чтобы убирать за ними, когда они ходят в туалет по-большому на улице. Но мы любим в них складывать подарочки Фабина. Вот они опять пришли в разных цветах. Очень классные у нас еще есть, но чтобы потом зря не заказывать, просто это. Так что мы заказали. И внизу там, я вижу, лежит корм. Вот такая вот огромная пачка. Не знаю, сколько тут килограмм. У нас очень много. Акана Grasslands. Насколько я считаю, это, по-моему, на первом или на втором месте находится по кормам профессиональным для животных. И также он хорошо подходит для кастрированных котов, стерилизованных кошек. Вот для нас это было очень важно. Он сбалансированный. И, насколько я знаю, этим же кормом кормит взрослых кошек наша заводчица, у которой мы покупали Фабина. Вот. Так что да, буду сейчас все раскладывать. Положу вот пару этих штучек ему в игрушку. Попробуем посмотреть, будет он играться или нет, и вообще понравится или нет. По-моему, кто-то к нам приходил в гости и принесли вот эти штучки, лакомства. Мне кажется, очень такая интересная штучка. По-моему, там до 10 штучек можно в день, не больше, потому что, да, это как бы занимает, заменяет прием пищи один из. Фабиан, давай, кто не работает, тот не ест. Давай, толкни хотя бы. Ну, там же твои вкусняшки. Смотри, чья там вкусняшка? Ему просто толкнись. Твоя вкусняшка? Да, он будет потом хотеть, чтобы я ему все время толкала. Нет, Фабин, смотри, нет. Вот так. Смотри. Что там? Фабин, иди возьми. Давай, иди. Он играется только, когда я его не снимаю. Я вчера вечером положила 10 штучек, ни одной нету. Он ночью, либо я не знаю. Он ночью голодает. Ну давай, что ты такой стеснительный? Фабиан. Слитник кот у нас. Только что позавтракал. Все, не хочешь?
Чего ты гладишься в меня? Кругами ходишь, нахаживаешь. Ну, видишь, там ням-ням, смотри, вон. Все, им нужно подвинуть. Нам половина, помнишь, чтобы он с пола кушал? Да, сегодня будем. Сегодня у нас день уборки. Посмотрите, как он кушает, как свинюшка. Везде крошки валяются. Ну, толкни, давай, покажи свои интеллектуальные способности. Фабиан. Ну? Все? Все? Ну, иди толкни. Давай, покажи. Всем доброе утро. У нас сегодня необычное воскресенье. Обычно мы едим блинчики, сырники, вафельки. В общем, что-нибудь сладкое. Сегодня у нас будет яичница. Я обжарила лучок, сосиску, яйца, шоколадное масло. Сейчас буду разогревать, как всегда, на двух сковородках. У нас двух сковородка, чтобы было быстрее. Расскажите, делаете ли вы то же самое или нет. Булочки, Диша сходил в магазин, купил свежие. И буду делать Диша кофе, я буду чай пить, я как-то кофе не очень. Выкинула пачку, уже не знаю, по-моему, это то, что привозили родители как-то. Потому что они всегда сюда приезжают со своим кофе, потому что им не нравится кофе, который продается здесь. Я хотела вот показать, мне Ярослава со Славиком дарили, ну, нам с Дишей, на Рождество подарочки. И там было вот такой вот кофе, по-моему, это пак кофе, я точно не уверена, нужно у них спросить. У нас были вот два таких, Los Pirineos Washed и Manolo Casa. Вот Диша оба их пил, сказала, что очень-очень вкусные, так что я думаю, что мы узнаем, что это за фирма и закажем. Вот они уже оба закончились, просто оставили себе, чтобы знать, какое и чтобы потом купить. Вот как примерно это выглядит. Очень вкусно, разрезала булочку напополам, я посолила, поперчила и идем вкусненько кушать. Всем доброе утро! Я сегодня вновь в салоне с утра. Хочу вам показать немножко свой аутфит. Такой вот в клеточку мой пиджак. Сегодня я его одела вместо такого легкого пальто, потому что на улице градусов, наверное, 12. Вот, у меня теплая эта кофточка, которая у меня в трех цветах, черный и бежевый, вы уже видели на мне. Так, вот это вот украшение мое любимое из All Other Stories. Пиджак Рейс, это All of the Stories тоже, брючки тоже из Рейс, мне они очень-очень нравятся, такие в клеточку, они немножко укорочены, и там мои замшевые черные ботиночки, так вот я выгляжу, еще не накрасила глаза, вот так что сейчас быстренько накрашу глаза и вперед-вперед работать. Хочу попробовать показать вам свой аутфит, тут, конечно, люди везде, я закончила работу только что. Так вот выглядит пальтишко. Оно, видите, такое тоже регланный рукав. Еще бы чуть-чуть, и оно было бы мне коротким. Это такое пальто-халат, оно ниже колена. И мне оно очень-очень нравится. Здесь можно поставить воротник. И не очень классная такая подкладочка. Оно очень теплое, это шерсть. Оставлю все ссылочки внизу, но да, вот такое вот у меня новое пальтишко.